Последние полтора года крайне непростые для нашей специальности, потому что сразу сложилось ряд факторов. Фактор номер один. Очень сильно возросло количество реальных атак на инфраструктуру, на людей, на топ-менеджмент. Уже смывается граница личной и корпоративной. Если раньше мы были уверены, что взлом личного устройства никак не скажется на компании, то сейчас это не так. За последний год мы наблюдаем реальные атаки на нашу инфраструктуру, на наши IT-системы, на системы и каналы связи. Для того, чтобы на это реагировать, необходимо не только техническое обеспечение, надо выстраивать процессы, надо вовлекать работников в компании и надо обеспечить ресурсное обеспечение, прежде всего, нашей функции. Одни мы не справимся, нам для этого нужен бизнес. Так сложилось, что безопасность – это всегда закрытая, замкнутая среда, где никто не понимает, какие правила игры, а почему приняты такие решения, а не иные. Мы решили этот тренд сломить. Мы начали с себя, мы провели трансформацию нашей функции, мы изменили подходы, мы начали проводить внутренние коммуникации с работниками группы компании «Норильск Никель», но мы сейчас также начали заниматься и внешними коммуникациями. Я, моя команда, мы выступаем на конференциях, рассказываем о наших изменениях, рассказываем о наших подходах, но мы поняли, что этого мало, поэтому мы решили сделать масштабную конференцию, пригласить всех туда, разработчиков, всех производителей систем защиты, всех интеграторов и партнеров для того, чтобы рассказать о принципах работы, б, о подходах и о нашей трансформации. Для того, чтобы весь рынок понимал, как с нами работать. На этой конференции я увидел взгляд на предмет с точки зрения не производителя, а потребителя наших программных продуктов. И это очень важно для того, чтобы делать правильные выводы, для того, чтобы делать продукты, которые попадают в ожидания. Понятно, что у таких компаний, как Норникель, есть большая история, культура в безопасном использовании, то, что называется СУТП, безопасное использование СУТП. И мы в этом направлении работаем, это наша основная специализации, в том числе и СУТП тоже. И вместе с Норникелем будем делать лучшие продукты. Услышал созвучные мысли относительно того, что является важным для такого типа компании, как Норильск Никель, является важным акцентом. Ну и, соответственно, хорошо, что каждый человек, который отвечает за ту или иную функцию, он акцентировал на тех приоритетных работах, которые для него на текущий момент важны и наиболее эффективны. Тот набор компетенций, который присутствует у команды Норникель, отвечающей за информационную безопасность, по-хорошему впечатляет. Но кроме этого, он еще и сопровождается хорошими человеческими качествами. Поэтому я думаю, что движение вместе с этими коллегами или совместная работа – это будет увлекательным путешествием в хорошее будущее.